Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Demon Busters. Так что давайте-ка, ребята, сходим вначале сюда, немножечко подкупим себе ресурсов, если у нас это получится, и продолжим проходить основную сюжетную линию. Так, личинка у нас на ура идет. Так, тут у нас паучки. Так, жижа, зря, конечно, я взял. Так, тут у нас падальщики. Ух, сосуночки, кредиты, они нам пригодятся. Так, здесь еще кредиты, у нас с вами почти 4000 кредитов. Это значит, что мы сможем с вами неплохо прикупить что-нибудь. Так, паучок, иди отсюда, дурачок. И еще один падальщик. Так, стимулятор, вот это хорошо, в данный момент оно нам пригодится. Здесь у нас, ага, патрончики. А здесь ракета, вот. Вот самое то, что надо, это для меня ракеты. Обойма фигня это полная. Так, здесь у нас личинка лежит, да? И дальше личинка и два... А, нет, две личинки и падальщик. Вот так. А, нет, даже паук. Черт, они все на одну харю, поэтому даже иногда не могу понять. Вроде бы все, да? Мы здесь с вами сделали зачистку. Убираемся отсюда во свояси. Да, причем все сделали на ура. Хочу ракету. Ага, конечно. Не дают, вот как специально у них здесь подобран алгоритм, для того, чтобы я ничего себе хорошего не мог здесь взять. Так, ладно, здесь нам пока с вами нечего делать. Давайте-ка мы, наверное, попробуем 47-ю миссию пройти. Получится, нет, у нас тут скорпиончики, я смотрю. Так, здесь у нас кредиты пока дают. Стимулятор, блин, опять зря все это было сделано. Так, скорпиончик на ура пошел. Дальше у нас, ух, тут сколько у нас гнилых гулей и ледяной паук. Почему, ребята, стоит в первую очередь убивать ледяных всяких пауков? Потому что если с ними долго тютюкаться, они могут нас заморозить. Если я, конечно, чего-то не путаю. Так, кредиты, жижа, точнее это остатки, но я называю их жижей, потому что они похожи больно на такую лужу кровавую. Так, хорошо, замечательно, здесь мы зачистили. Тут у нас ледяной паучок. Все. Нет его больше. Скорпион и опять же гнилой гуль. Даже два скорпиона. Угу. Все. В принципе, без проблем. Мы их разбираем здесь. Зачистку делаем. И уже выход у нас. Так. Тут кредиты. Но не тут-то было, ребята. Как видите, идет продолжение у нас. Все время забываю перезарядиться. Вот большой недостаток вот в этом, что нету автоперезарядки. И ледяной паучок. Дурачок, просто на один выстрел его и хватило. И еще один. Ага, тут еще и гули. Ладно, ледяной паук. Опа-на, а вот о чем я вам, ребята, и говорил. Что он все-таки делает заморозку. И мы можем использовать только лишь ближний урон. Гад вонючий. Поэтому лучше, конечно же, убивать. Да хорош. Так, вот, его надо в первую очередь, потом гуля. И уже в конце скорпиона, потому что он самый слабенький. Хорошо, что здесь дают не аптечки. Все, ребята, вроде бы 100% зачистка у нас здесь прошла. Сматываемся отсюда. Уровень пройден. Угу. 765 кредитов получили. Ящик хочу. Ага. Я много чего хочу. Так, мы с вами переходим на 47-й. А там был 46-й, ребята, уровень. Ну, давайте смотреть, что нас ожидает здесь. Ага, жижа. Так, скорпион. В принципе, пока враги не очень сильные. Но вот этот мне не нравится. Бесит меня червь. Ёлки-палки. Раз, два, три выстрела на него тратим. Черт, ну, по крайней мере, здесь нет таких больших скоплений, которых я ожидал. По два врага, тем более ватных. В общем, пока разбираем. Ага, здесь у нас зомбари. Кстати, я не могу понять, почему мы зомби так долго убиваем. По три выстрела, по идее, да? Со снайперки. Фигли там его в черепушку, и он готов. Нет, мы в него шмаляем и шмаляем. Как-то нету в этом логики какой-то определенной. Ну-ка. Червь. И зомби. Блин. Так, нам нарисовано в рукопашку нужно его бить. Желательно. Видите, каждый монстр с определенными, со своими статами и спецвозможностями. Так же, как у меня есть критический выстрел, так же и у них есть определенный
статус, который они могут воспользоваться по истечению определенных ходов. Так что нужно их очень хорошо знать. Вот, вот это хорошо. Энергозаряд никогда не бывает лишним. Так же, как и гранаты. Точнее, снаряды. Давайте попробуем с этими червяками. Ух ты, три штуки. Минус один. Личинка. И вот этого сейчас мы червя добьем. Все. В принципе, удачно у нас получилось. Но, тем не менее, очень мало хп у меня осталось. Вот, вот, это хорошо. Но, согласитесь, он, этот маленький медпакет, ой, лечит нас очень слабо. Так, готов. Ага, теперь по выстрелу. И все, скорпиончики тоже у нас отдыхают. Ну, тут уж как ни крути, ребята, мы зачистили все. Фух, нам повезло, грубо говоря. Так, 47-я миссия у нас пройдена. Ну, дайте мне что-нибудь. О, вот это хорошо. Вот, а ракеты, это вообще обожаю я. И карты получаем. Так, что у нас здесь? Дельта Скаут, бесит он меня. Вихрь, ракеты, шикарно, ребята. Горящий зомби. О-о-о. И склад доступен стал у нас для исследований. 49-я миссия у нас корячится. Так, давайте-ка мы с вами кое-что посмотрим. Дельта Скаут получает опять же уровень. Груз. Груз фигня, ребята, у нас. Доставка хреновенькая. Давайте, наверное, его еще разочек отправим. Пускай он летит во свояси и достает нам боеприпасы или еще что-нибудь в этом роде. Ну что ж, давайте мы с вами потратим наши кредиты. Так, Дельта Десант, что бы тебе можно? Давай бонус к урону. Плазмоган мы, наверное, все-таки выучим. Отлично. Шикарно. И я думаю, что можно продать лишний хлам. Вот, например, этот пистолет, который нафиг нам не нужен. Что еще здесь? Силач, я думаю, пока сгодится. Пускай полежит, наверное, да? Так, вот этот автомат, он нам не нужен. Мы его сразу же сплавляем. Здесь у нас ничего нет больше. Так, пулемет. Вот его можно сплавить, обязательно. Так, вихрь, ракетницу. Да, в принципе, и вихрь, и ракетницу можно сплавлять смело. Хотя вихрь... Не, давайте мы, наверное, пока не будем его трогать. Мало ли там чего. В общем, никогда не будет поздно его продать. Придержим. Винтовки, да, вот эти вот можно будет продавать. Эту и эту. Но мы все равно с вами не очень много выручили, конечно же, кредитов. Давайте вихрь тогда продадим. 5500 кредитов. Бонус к здоровью. Дельта Десант. В общем, как-то так мы немножко укрепились. Я провела ряд экспериментов, и кажется, команда справ. Мы скоро начнем понимать этих тварей. Ты это о чем? Если мы не выберемся с этой планеты, то сами превратимся в мутантов. Я тоже с этим полностью согласен, но когда мы выберемся, я пока ума не приложу, ребята, уж. Оу. Хо-хо-хо. А вот это я жарю. Да, что-то ледяные пауки какие-то, ребята. Тихо, тихо, подожди, не надо мне этого делать. Так, перезарядочка. Стимулятор это хорошо, и кредиты тоже замечательно. Так, ну меня вот смущают вот эти вот пауки, я уже забыл, как их звать-то. Мозговитые вот эти вот. А, психопауки, вот. Так, чаще уворачиваются от удара, частичное поглощение пулевого урона и блокируют атаки с расстояния через несколько ходов. Вы представляете, да? Какие чувачки. По-моему, ребята, мне хана. Все, доигрался, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. У этого монстра нет способностей. Слизняк. Да, но меня это не спасает. Все, ребята, проиграл. Я просто немножко сглупил, что взял плазмоган. Надо было что-нибудь получше взять. Давайте попробуем, наверное, снайпершей. Думаю, так, ну это мы читали с вами. Я думаю, что у нее как бы есть больше шансов на победу. Так что давайте проверим, прав я или нет. Приступаем. И, кстати, я заметил, что мы, когда выбираем определенного юнита с вами, нового, то и монстры немножечко меняются. Хотя тут карта генерируется случайным образом. Так что, думаю, что здесь от нас мало что зависит. Да ё-моё, вы смотрите, что делать, а? Надо бить топором. Вот гадёныш. Слушайте, не знаю, шансов у нас пока не очень много на победу здесь. Да какой топор, блин? Забываю постоянно переключиться. Так, три батареи, вот это хорошо. И у нас очень мало здоровья. Ребят, я хотел бы, конечно, чтобы здесь у нас стоял пункт подлечки. Очень бы он мне здесь сейчас помог. Я бы подкрепил себе здоровье.
пускай даже и за кредиты, но оно бы того стоило. Так, у меня есть спецудар готов. Желтая полосочка внизу об этом нам говорит. Так, вот уже и выход, в принципе. Гуля мы сносим. Это все шелупень, это даже не гнилой гуль. Так, психопаук. Вот надо их, наверное, в первую очередь. Блин, а вот почему? Как вот этот вот выстрел работает, я не могу понять. Рандомно, походу, дело, да? Так, стимулятор. Да, видимо, рандомно. Я хотел убить психопаука, но почему-то убили какого-то вообще левого. Так, давайте-ка так. Два, три. Три. Три выстрела уже сделал. Четыре. Блин, да, на пятый ход, ребята, как ни крути, приходится его рубить топором. Ничего не поделаешь. И у нас здесь и еще там один гуль стоит. Давайте-ка с ним разберемся. Ну, это обычный. А, падальщик еще вместе с ним тут. Хе-хе. Странно, конечно, крит-удар действует. Вообще странно. Ну да фиг с ним. Так, главное, что мы с вами прошли этот уровень. Причем полная зачистка. Дайте ящик, пожалуйста. О, вот, вот. Обожаю, когда выпадает ящик. Кстати, через две игры, ребята, мы получим с вами новые карты. Так, здесь у нас... Ух ты, неплохо. 3300 кредитов мы получили с вами. И давайте посмотрим, что нам достанется из этого ящика. Так, мясник, бензопила, картечь, 10, крик, бронебойные и последняя батарея, 3 штуки. В принципе, неплохо, я доволен. Так, кого же нам с вами можно укрепить? У нас с вами 5000 кредитов, я даже не знаю, что это у нас тут такое. А, ну да, показывает, что нам хватает кредитов на какое-то улучшение. Плазмоган и крик. Ух ты. Ну давай тогда мы сделаем вот так. Плазмоган продаем. И, пожалуй, мясник тоже продаем, потому что он очень мало наносит дамага. Все, вроде бы больше. Хотя вот тут силач. Ну видите, в чем дело, что у силача 3 цели повреждения, а у того только 2. Так что поэтому мы его как бы оставляем. Так, здесь у нас, значит, ну что, будем? Хе-хе, ребята, вы сейчас просто не представляете, у меня снайпер это просто все. Я практически в нее столько кредитов вложил. Она должна себя оправдать и окупить, согласитесь, да? Ой, лишь бы это было бы не зря. Так, для бензопилы горючка. Психопаук опять у нас здесь. Ну как же мы его все-таки долго разбираем, а? Ну, посмотрите. Да, ну я больше уверен, что ракетница, например, здорово бы валила его. Так, призрак лорд. Скорпуша. Так, пока зачистка. Ага, здесь у нас призрак лорд. Готов он. И здесь у нас опять же очень много психопауков. Вы посмотрите, практически везде они нам встречаются. Так, скорпион, ну, стимулятор хоть дали, отлично. Так, ящик, что в нем? Кредиты. Здесь у нас тоже кредиты. Ненавижу я этого всего. Блин, дайте-ка мне, не знаю, даже какой. Давай попробуем из урагана пошмалять. А, ребят, ну 120 все-таки дамага. Я думаю, что этого должно хватить, чтобы разносить их тут в щепки. Ну-ка, проверим. О, шикарно. Хе-хе-хе. Да, но все равно много тратим мы снарядов. Но выбора нет, ребят. Или мы здесь проходим, или подохнем. Поэтому я выбираю первое. Так, и давайте еще здесь. Так, о, я думал, что-то не срабатывает. Да, снаряды, конечно, здесь тратятся очень быстро. Блин, да ты задолбал. Психопаук везде, везде, абсолютно, ребят. Вы сами это прекрасно видите. В каждой практически новой открытой комнатке. И у нас всего лишь их 7 штук осталось. Ёлки-палки. Ну, приходится, ребята, зачищать. Я, честно говоря, не любитель уходить из комнаты, не допройдя ее полностью. Так что придется вам терпеть, смотреть, как я тут с ними разбираюсь. Оу! Так, ну это мы читали все, да. Это нам не нужно. Жесть какая-то была. Все, ребята, последние 4 ракета у меня осталась. Но главное, что здесь мы прошли, можно уходить. Так, марш-бросок. Я открыл новое достижение.
мне очень приятно. Но тут кредит у нас просто выдают, так что не имеет значения, что нам выпадет. Так, 51 уровень, ребята, и потом, в принципе, мы с вами открываем карты. Главное здесь пройти. Так, надо, наверное, поменять все-таки нам с вами ракетницу на что-нибудь. Давайте вот так вот сделаем. Снайперская винтовка — это наше все. На то он и снайпер, чтобы с ней ходить. Ух, ёкаламане! Это же, ребята, ну здесь ладно, изувер эти. Не-не-не-не-не-не-не, не прокатит. Вы посмотрите, почему? Все, я понял, ребята. Я понял, что означает рядом с ними патрончики. Пониженный урон от огнестрела. Ясно. Ну что ж, давайте тогда переиграем мы с вами эту миссию, но возьмем кого-нибудь, наверное, другого, да? Что у нас здесь? О! Хотя не о, ерунда. Ерунду он нам всякую присылает. Так, давайте его еще раз отправим. 1290 кредитов. Этого очень мало, ни на что нам не хватит. Так, если они все сильны к огнестрелу, да, давайте тогда возьмем с вами плазму. Я думаю, что с плазмометом будем всех их разбирать. Ну, по идее, должны. Так же, как и с ракетницей. Так, смотри, а. Ой-ой-ой, забыл. Так, стимулятор. Ну, сейчас он, в принципе, и не нужен был. Ага, еще оставим. Так, ну-ка. Психопаук. Так, отлично. Блин, жалко, что мы очень с вами быстро тратим все эти с вами заряды. Они нам наверняка в дальнейшем пригодятся очень и очень сильно. Просто размениваем сейчас. Ну-ка. Так, опять этот психопаук. На крит удар его хватило буквально на разок. А так, да, два заряда приходится тратить. Что у нас здесь? Ну, фикс, давайте возьмем, ладно. Для бензопилы. Так, и, наверное, вот это восстановим. Восстановим запас здоровья. Я, честно говоря, до сих пор не могу понять, что это означает. У нас вроде бы как бы здоровье у персонажа, а что вот там за сердечко, которое бьется, ума не приложу. Так, сделали мы с вами зачисточку здесь. Ну, хочу ракеты или ящик. О, отлично, 8 ракет у нас уже. Так, и получаем очередные с вами карты. Смотрим. Дельта Скаут, кредиты 250, мясник, бензопила, топливо получаем для бензопилы и ловкий зомби. Да что ж такое-то, а? Теперь еще к нам прибавляется какой-то ловкий зомби. Дельта Скаут, елки-палки, она у меня уже 4 уровня, ребят. И я до сих пор ей не играл, я даже не знаю, что она себе представляет. Знаю только, что бьет она топором. Но насколько эффективно, даже, честно говоря, пока неохота проверять мне. Так, наемник или снайпер, а? Давайте, наверное, поиграем с снайпершей. Все-таки у нее на данный момент самый колоссальный урон. Причем она может не только со снайперки стрелять. Да они, в принципе, здесь все с определенного вида оружия. Я, кстати, только сейчас заметил, что у них на груди, у каждого, как говорится, юнита, свой отличительный значок. Вы посмотрите, да? Там какой-то огонек, здесь буковка Г, тут еще что-то. У командоса какой-то значок там тоже своеобразный. Так, ну что же, ладно, давайте приступать. У нас с вами 53-я миссия. Как говорится, поехали. Мне кажется, что мутанты что-то замышляют. Не беспокойся, после меня у них лишь ветер в голове. Ха, ветер в голове, с ума сойти. Как ты это придумала, ума не приложу. В твоем случае я бы вряд ли что-нибудь изменила. Это точно, снайпер есть снайпер, с ним шутить плохо. Поехали, ребята, ну и смотрим. Ну что ж, довольно неплохо здесь у нас обойма. Нет, не хочу я растрачиваться, потому что у меня и так их просто куча этих патронов. Только и успел крикнуть, все, и готов. Так, а здесь у нас, блин, опять они со своим здоровьем. Хрен с ним. Так, сколько там? Все время 62%, я когда-нибудь до 100 смогу догнать или нет? Опа, смотрите-ка, гули. У них, видимо, какой-то иммунитет есть к радиации. Так, отлично. Да елки-палки, сколько же вас, а? У меня не так и много осталось зарядов, ребятушки. Всего лишь 6. Всего лишь 6. А этих пауков, психа которых, тут слишком много. Раз, так, два, все, 4.
И причем это довольно, ребята, редкий ресурс. Вот эти вот ракеты, заряды. Да, даже на призрака лорда приходится тратить по две штуки. Все, ребята, последние две штуки. Так, здесь у нас 6 снарядов. Ну ладно, была не была. Раз, два, три. И осталось уже, как видите, 3 заряда. Все растратил. Причем, ребята, впустую, я считаю. Блин. Гуль тут еще хренов и очень мало хп. Мне еще не хватало здесь погибнуть и, как говорится, все здесь сделать это зазря. Чертовы психопауки, а. Я вот в этот момент, ребята, когда вот нахожусь в комнате, да, могу поменять оружие своему персонажу, но не могу поменять самого персонажа. Было бы, конечно, хорошо, если бы я мог бы, даже пускай за определенную плату, например, 1000 кредитов, чтобы я смог, например, поменять в нужный мне момент на другого героя. Это было бы, конечно, большая польза от этого и большой плюс. Черт, вот и все, ребята, ракет у меня больше нету, а тут, как видите, психопаук и гуль стоит. Эх, была не была. Придется тратить, ребята, последние плазменные заряды. Фак, как же я этого не хочу, а. Но никуда не деться. Я надеюсь, все, зачистил я эту комнату. Так, все, ребята, зачистка прошла полностью. Выходим отсюда нафиг. Мы прошли, завершили. Да, дорогого это, конечно, стоило. Ящик дайте. Как же. Ладно, придется нам, наверное, с вами сюда сходить. Заработать, может быть, получится где-то. Найти ракет или плазменных зарядов. О, случайное событие. Вы попали на склад, забитый ящиками. Ребята, ух ты, что-то новенькое. Тут, как видим, оу, медпакет. Ну зачем он мне сейчас нужен был? Так, картечь. Здесь у нас что там? Гроза ящиков. Я получил новое достижение. Так, медик мы пока ставим. Это мы забираем. Смотрите-ка, сколько здесь ящиков. Так, топливо для пилы. Здесь у нас кредиты. Как? Че он там этот зомбарь говорил? Я, честно говоря, не особо не успел прочитать. Но что-то, опять же, неразумительное. Ледяной гуль. Ну, слава богу, они тут ватные. Так, здесь у нас еще ледяной... О, ящик. Так, то, что они, конечно, мне дают кредиты, это все хорошо. Но я действительно хочу... что-нибудь посущественнее. Зомби-солдат. Вы смотрите, он, видите ли, ребята, у нас имеет защиту от картечи. Как вы видели, вот смотрите. А вот ледяной гуль, я так понимаю, замораживать, наверное, может. Что-то в этом роде. Так, ладно, все, ребята, мы зачистили здесь. А, погоди-ка, здесь еще. Так, ну что, картечь нафиг она нам не нужна. Давайте, побежали мы отсюда. Полностью мы здесь сделали с вами зачистку. И, конечно же, обойма. Хотя, ребят, может быть, если раскачать нам этого наемника по полной программе, может быть, и автомат здесь будет что-то решать. Ну, а пока мы будем продолжать с вами набирать ресурс. О, нет, 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 нет. Ну, только нет, ребят, ну, я... Дрёна вож, изверг. Это же жесть, ребят, это просто жесть. Да. Офигеть. Ладно. Но вряд ли здесь я, конечно, справлюсь. Быстрее меня здесь положат. Да что ж такое-то. Давай в рукопашку тербить. Так, ладно, у меня есть один крит-удар. Но это всего лишь один. И вы знаете прекрасно, что он работает рандомно. Да, ё-моё, я рассчитывал на изверга, если честно. Но почему-то, как всегда, срабатывает не на того, кого мне нужно. Так, здесь у нас... О, вот это хорошо. Так, зомби-солдат, солдат и паук. Тихо, тихо, тихо. Надо в рукопашку его бить, этого паука. Так, стимулятор. Ну, по крайней мере, меня хотя бы чуть-чуть, но подхиливает. О, еще энергозаряд получили. Это уже что-то. Так, паук, изверг и солдат. Вот посмотрите, а, крит сработал на паука, на самого слабенького. Черт подери. Уже пол хп я потратил. Давай в рукопашку теперь.
Так, добили. Кредиты. Кредиты — это все хорошо, но не то, конечно, что мне. Вот ракеты, это да. Так, здесь тоже у нас патроны для нас же. Ёлки-палки, вы посмотрите, что тут творится. Их тут просто кишит. Так, перезаряжаемся. Готов. Так, в рукопашку, да? Давай. Черт подери, ребята, очень мало хп, а здесь столько монстров, я даже не знаю, что делать. Такое ощущение, что мы просто здесь не справимся. И подхила, как обычно, не дают. Так, да, я не спорю, у меня накопился один крит выстрел, но здесь их просто куча, ребята, просто куча. Ух, три цели мы сможем с вами атаковать. Начнем с этих. Ага. Так, грубо говоря, у нас осталось 4 заряда. Их надо тратить на Масуху, где их больше всего находится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ребята, очень-очень мало хп у меня. Я даже не знаю, не прокатит, видимо. Так, мясник, открыл я достижение посмертно, по ходу дела. О, ракеты. Ну что же, я думаю, что можно попробовать, в принципе, поставить этот ураган. Да, 4 всего лишь у нас заряда. Так, что это у нас такое? Здоровье. Ну, давай, восполню. Так, здесь у нас обычные зомбари. Вот самая заваруха — это выше у нас получается. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, ребят, я потратил. И одного выстрела с гранатомета нам не хватит для того, чтобы все-таки зачистить здесь карту. Да, придется погибать по ходу. И переигрывать, ребята. Да-да, именно переигрывать. Потому что даже подлечиться мне негде. Тут ноль. Да. Все. Называется, приплыли. Ладно, ребята, я буду, наверное, сбегать. Я не помню, сколько раз за всю игру сбегал, да, по-моему, это в первый раз. Так, кредиты мне дали. Но радует только одно, что это была у нас не основная с вами миссия, а просто случайно найденная карта за счет нашего радара. Так, замечательно, здесь нам хотя бы дали ракеты. Пускай летит. Тут 1100 кредитов, все равно этого мало, ребята. Так, но мы можем с вами кого-то улучшить. И кого нам стоит? Квантовый генератор, 2000 кредитов, 2%. Хорошо, пускай будет так. 1610. Все, даже не знаю. Ладно, ребят, давайте мы с вами, наверное, попробуем взять нашего командоса. Естественно, с его дробовиком. Вы помните прекрасно, что раз на раз не приходится. Если на какой-то карте один из юнитов не рулит, то обязательно рулит другой. Так что мы сейчас это с вами проверим. Так, понятно. Картечь. Здесь у нас что? Здесь у нас очень много ненужных нам горящих. Ага, и он еще превращается при этом в обычного зомбика. Ясно, будем это знать с вами, ребята. Падальщик. Да что ж такое? Какой он, блин, крепкий. Слушайте, или враги стали крепче, или я стал слаб. Тут третьего не дано. И мне кажется, что почему-то я стал слабже, потому что у меня нету нового вида оружия. Я пользуюсь еще чуть ли не начальными винтовками. Как говорится, мне это идет не в плюс. Так, забираем кредиты. Но, по крайней мере, разбираем более-менее их хорошо. И причем, не забывайте, что у нас очень хороший запас здоровья. Так, убейте 17 монстров мы с вами сделали. Стимулятор, вот это хорошо. Так, ну здесь у нас падальщики. Это все мелочи. Что-то у меня такое впечатление складывается, что мы, ребят, сюда заходим не для того, чтобы что-то набрать, а как можно больше потратить. Карты, как говорится, очень серьезные идут, причем очень большие затраты с нашей стороны. Как-то становится, честно говоря, невыгодно. А ждать какую-то бонусную карту, ну это, извините, галимый рандом, мы можем его не дождаться. Так, ладно, здесь мы все выполнили. И что нам дают? Ага, кредиты. Ну, конечно, дадут самый маленький, ё-моё. Так, предлагаю забрать кредиты наши за задание выполненное. Так, убить 17 монстров. Ух, и... Ну,
Была не была, ребят, давайте, наверное, еще сделаем с вами заходочку, да? Посмотрим, на этот раз, может быть, фартанет лучше. Так, ё-моё, опять эти изверги. Ай-яй-яй. Да, мы, конечно, вроде бы как неплохо их уничтожаем. И в то же время у нас также нежно и плавно тает здоровье. Прям как сырок в микроволновке, блин. Так, здесь у нас патроны. Так, давай. Ага. И помимо того, что ловкий зомби, у нас еще и призрак лорд. Кстати, в ловком зомби я ничего ловкого не увидел. Как попадали, так и попадаем. Хотя у него там какой-то появился дополнительный старт. Я не знаю, что он означает. Но есть такое дело, есть. Так, бронебойные взяли. О, стимулятор. Так, здесь у нас изверг и ловкий зомби. О, большой пакет медицинский мы с вами подобрали. Я сожру твою плоть. Это кричит изверг нам. Ладно. Сейчас мы их... Вот так вот. Во, вот, пошли, ребята, хорошие боеприпасики у нас. Ядрёна ты вож. Ай-яй-яй, а у меня, по-моему... Ну давай, стреляй, кричит зомбарик. Да, ребята, у меня, по-моему, винтовка на две цели взята. Блин, ну, которая на три, у нее, по-моему, послабже будет дамаг. Ракеты, это хорошо. Ух, давай попробуем. У нас есть заморозка. Так. Да-да, у меня винтовка именно та взята. Оу, ребята, у меня с хп-то. Ядрить его на корень. Очень плохо с хп-шками. Ай-яй-яй. Не было, ребятушки, выбора у меня. Да что ж за нефарта такой, я не знаю, блин. Так, соберите 15 боеприпасов. Да собрали мы уже 15 боеприпасов ваших. Сколько дадите? 750 кредитов всего лишь-то. Ну это ничтожно мало. Так, и... А мы ничего, ребята, с вами не можем улучшить абсолютно. Вы, как видите, ничего нигде не подсвечивается. Ну ладно. Давай еще разок сбегаем. Может быть, что-нибудь хорошее путнее заработаем. Причем скоро должен прилететь наш транспортник. Ну и как-то нас снабдить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, как кисло все идет, этот изувер. Вы посмотрите, у него защита от всего. Абсолютно. От огнестрела у него там была защита. От ближнего боя. Как его? Ну, давай восстановим, наверное, да, ребят? Фиг его знает. Для чего-то оно нужно. Как же я устал от своей работы, говорит призрак лорд. Зато как я доволен своей работой, прям нет слов, блин. Ну неужели? В принципе, хотя бы по одному снаряду получать для гранатомета, я думаю, оно того стоит сюда прийти. Причем мы в любой момент сможем с вами выйти, если мы найдем выход. Как бы это не основная сюжетная линия, так что мы можем здесь хоть тысячу раз заходить, выходить. Ну, естественно, хотелось бы играть не в убыток для себя. О, ракета, вот у нас выход здесь. И, смотрите, последний этот изувер, блин. Так, заморозили. Давайте сносить. Он даже в заморозке, ёлки-палки, дает нам нехилого отпора. Опс, все-таки докромсали мы его. И, да, ребята, мы прошли, по-моему, полностью, да? Да. Ух, можно выходить. Так, за то, что мы прошли, давайте мне что-нибудь хорошее. Ну, кредиты, как обычно, да? Я даже почему-то в этом не сомневался. Ну-ка, еще разок. Наверное, это будет, ребята, у нас последний разок. Оу, воу-воу-воу. Так, это у нас призрак и ледяной гуль. Заморозили меня, ребята. Черт бы их побрал. В рукопашку тут драться, да... Не прокатывает. Так, блин, а когда же у меня разморозится оружие мое? Все, что ли, никогда? А, нет. Пока я их не убил, ребята, было у меня заморожено все. Так, призрак сносим. Черт подери. Два ледяных гуля. Ну, довольно неплохо получилось. Стимулятор хотя бы дали. Ладно, подхилились мы с вами здесь.
Так, и у нас здесь призраки. Мне нужен отпуск. А мне-то он как нужен, если бы только знали. Так, давайте этого призрака хлопнем. Ё-моё, да что ж ты будешь делать? Сколько их здесь, а? Ладно, ребят, ну я попробую, сколько смогу продержаться. Если уже станет совсем кисло, я, как вы знаете, сбегу нафиг отсюда. Ага, пока здесь нормуль все идет. Так, еще настроечка здесь. Ледяной гонь и призраки. Очень мало хп. Так, это у нас здоровье восстанавливает. Ну, у меня также есть одна заморозка. Но мне почему-то кажется, что на ледяных моя заморозка не действует. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Так, давайте мы возьмем. Фиг с ним, как говорится. Тут 10, тут 6. Давайте это потратим. Потому что они все-таки посильнее. Вот о чем я вам и говорил. Хотя бы есть шанс зачистку здесь сделать без особых потерь. И заработать немножко кредитов. Все, ребят, по-моему, мы полностью здесь... Да. Ух. Так, мы еще с вами получим кредиты за то, что сделали какое-то дополнительное задание. Так. Отлично. Ладно, думаю, что еще разочек можно сходить. Хотя, наверное, для моего зрителя скажет это унылым. Чего ты все время одно и то же проходишь? Но вы тоже, ребята, меня поймите, мне нужны боеприпасы. Я сюда хожу не просто так, а именно для того, чтобы заработать их себе. Потому что в дальнейшем на прохождении будет очень и очень жестко. Вы это сами должны прекрасно осознавать, поэтому я хотя бы немножко здесь пошарюсь, накоплю. Вы можете проматывать, если кому-то не нравится, сразу на концовку, на последнюю миссию. Как я там ее пройду, если, конечно, будет здесь такова. Блин, скордеры эти гребаные. Так, ну ладно, тут у нас просто гнилые гули еще есть. Они у нас, как всегда, ватные. Также у меня есть одна заморозочка. Думаю, что она нам пригодится. А может быть и не пригодится. Так, скордер. Перезарядка. Добили мы его. Так, медицинские пакеты здесь очень хорошо к нам падают. Так что, причем у нас два лежат на карте. Нет, здесь мы пройдем с вами. Это 100%. Так, гнилой гулик даже две. Две бабки отдуплились. Так, еще один голем превращается в скордера, и скордер тоже падает. Так, и получается, что... Да, ребята, все, мы с вами здесь... Ага, все. Хренушки там все. Как все-таки хитро, да? Если бы я не подобрал бы этот шприц, по ходу дела ничего бы не обновилось. Так, и ящик. Блин, вы смотрите, как хитро все делается. Ну все, теперь уже точно должно быть. Угу. Сделали мы эту миссию, порвали тут всех. Так, кредиты. У нас с вами почти 5500 кредитов. И, наверное, давайте мы с вами уже приступим все-таки к сюжетке. Глянем, что у нас здесь будет. Так, огненный зон. Ой-ой-ой-ой-ой. Ох ты, ё-моё. А, горящий зомби, а не огненный. Так, ладно. Надеюсь, хватит у меня хпшек здесь противостоять этим олухам. В принципе, по убойке я вроде бы неплохо. Хотя, как сказать. Так, что у нас здесь? Кисло-кисло идем. Точнее, идем мы не кисло, но кисло нам дают, ребятушки. Так, у меня сделалась ледянка. Я могу заморозить врага. Да ёпрст, психопаук и горящий зомби. Об такой компашке я только и мечтал. Вы посмотрите, как они меня дамажат, а. Ой-ой-ой. И вот почему-то аптечек не дают. Да что ж за проблема-то такая с аптечками. Так, два зомбаря. Слушайте, по-моему, нифига у меня не выйдет. А, нет, смотрите-ка, фу. Это прям как бальзам на душу. Мне дали медпакет, ну и в то же время дали кучу целых горящих зомбарей. Мне почему-то от этого даже проще не стало. Ну-ка, что у нас тут? Блин, тут горячий зомби, психопаук. Ай-яй-яй-яй-яй. Фигня. Одна заморозка у меня есть. Единственный вариант, это можно, конечно, переставить оружие и бомбить их с ракетницы. Но есть ли в этом смысл?
я пока не вижу, ребята, в этом смысла. Да сдохни ты уже, блин, горячий зомбарь, блин. Ай, нет. Нет, 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 ребята. Блин, почему я не могу здесь купить так же, как вот, например, боеприпасы и ту же самую аптечку, а? Ну почему? Да, ребята, я попал в безвыходное положение, и я думаю, что придется нам с вами сбежать и переиграть этот уровень, но уже кем-то другим. Так, что у нас вообще есть? Так, давайте-ка глянем. Ага, транспортник у нас вернулся, это хорошо. Забираем груз. Ну, опять же, груз ерундовый, ничего толкового нету. Давайте мы, наверное, улучшим свой транспортник. Все бабки, как говорится, в него вольем. Его бы желательно прокачать бы нам полностью, да, чтобы он уже нас лишний раз не отвлекал и приносил все по максимуму. А мы бы уже потом бы занялись своими бы ребятами. Все равно же немножко не хватает. Ладно, пускай летит. Так. Ага. Замечательно. 2800. Плюс ящик. Кредиты 1000. Пулемет. Обойма. Кредиты опять же. И опять обойма. Ё-моё. Ну что-то вообще как-то кисло и неудачно выпали картишки нам. Так, ну что же, я думаю, надо сходить сюда, сделать, наверное, последний бой. Кредиты, у нас тут кредиты. Ловкий зомбарь. Допрыгался. Вот здесь вот дают стимуляторы практически с каждого. Ну, не с каждого, но через каждого. Вообще очень часто. Блин, в основной же миссии хрен дождешься чего. Ну, видимо, это специально сделано так. Ладно, добиваем этих шустряков. Картечь дали. В принципе, картечь нам пригодится. Нам тут все нужно. И картечь, и кредиты, и плазменные заряды, и ракетницы. Точнее, ракеты. Так, у меня накопилась заморозка. Она нам... Ну, здесь, скорее всего, навряд ли пригодится. Здесь, как я и говорил, нас кормят стимуляторами. Ладно, давайте восстановим здоровье себе. Если бы я еще знал, что я там себе восстанавливаю. Так, здесь побег. Давай-ка вот этих добьем. Так, довольно неплохо дают нам кредитов, да, по 50 там. 50, 15, 25. Стимуляторы, как обычно. Так, ловкий зомби, ледяной паук. Всех пускаем в расход. Тут пусто. Так, ящик. Картечь. И, видимо, все, ребята. Да. Ну что ж, на этом я, наверное, буду завершать этот выпуск. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Если что, пишите мне в комментариях. Ну, а мы увидимся с вами в следующих сериях и продолжим играть в эту игру. Все, ребятушки, всем пока. До скорого.